Поздравления, выступления ребят, ну и, конечно же, подарки. В Одинцовском округе продолжается благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз». На этот раз инспекторы первого отдела полиции организовали сбор денежных средств и закупку подарков для воспитанников школы «Надежда». Сегодня мы поздравили детей, заразились положительной энергией, они подготовили для нас концерт, все прошло замечательно. Будем надеяться, что детей в следующем году будут ждать еще больше подарков, успехов и всего хорошего. Полицейские активно участвуют в воспитательной работе и регулярно проводят профилактические беседы со школьниками. К сожалению, мы часто обращаемся в первый отдел полиции по поводу наших ребят, у которых есть отклоняющееся поведение. Слава богу, их достаточно мало в школе, но, тем не менее, такие случаи есть, потому что в подростковом возрасте ребятки немножко начинают вести себя не очень правильно, да. Мы стараемся все время привлекать органы порядка, чтобы они приходили, рассказывали нам профилактические лекции, объясняли о вреде табакокурения, о вреде там различных правонарушений, что это уже, к сожалению, влечет за собой какую-то ответственность. Акция «Полицейский Дед Мороз» стала уже традиционной в округе. И в этот раз ребята получили много положительных эмоций и заряд праздничного настроения. Екатерина Крамер, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцово».